Все три дня фестиваля обещают быть яркими и насыщенными. Уже 31 августа пройдут сразу две тематические программы, а после торжественного открытия фестиваля все участники отправятся на мастер-класс для специалистов культурно-досуговых учреждений. Показать свои таланты в сфере проведения развлекательных программ в наш город приедут делегации из 8 закрытых городов – Снежинска, Лесного, Трехгорного, Заречного, Десногорска и других. В первую очередь к нам приезжает прародитель этого фестиваля – это город Снежинск. Также к нам приедет обладатель первого места первого отраслевого фестиваля – это город Сосновый Бор. Ну, естественно, и мы будем участвовать в этом фестивале как обладатели гран-при первого отраслевого фестиваля. На фестивале «Зато всем весело» саровчане представят три программы от Центра культуры и досуга в НИЭФ и специалистов Центра развития культуры и искусства. В дни празднования юбилея парка организаторы подготовили для горожан множество сюрпризов. 31 августа и 2 сентября при покупке двух билетов на аттракционы третий в подарок. А в День знаний гостей парка ждет акция «Безлимит». Также в юбилейный день 1 сентября наших горожан и гостей парка ждет программа «Вечерний парк». Это большая программа, трехчасовая. Начнется она в 19:00. У нас в гостях будут артисты оригинального жанра. Это и шоу мыльных пузырей на аллеях, это будут фокусники, жонглеры, мимы, живые статуи. Еще одним сюрпризом станет песочная анимация под открытым небом, а для любителей караоке организаторы подготовят площадку, где все желающие смогут исполнить песни о дне рождения. В завершение вечера саровчанам покажут огненное шоу. Ирина Вышгородцева, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.